Ты боишься выходить на татами. Ты боишься испытывать боль. Тебе трудно повторять одно и то же на изнурительных тренировках. Но еще больше ты боишься признаться в собственном бессилии. Проиграть своим слабостям, предать самого себя. Именно поэтому это и называется единоборством. Ты обязательно победишь свою боль, усталость и страх. И сделаешь все для того, чтобы не сойти с этого пути. Но помни о том, что сколько бы лет своей жизни ты не потратил на совершенствование самого себя, каких бы высот ты не достиг, сколько бы побед не было за твоими плечами, на самом деле ты находишься в самом начале пути. И цвет твоего пояса всегда будет оставаться белым, потому что никакой человеческой жизни не хватит для того, чтобы постичь абсолютную истину. Но именно стремление к этому дает тебе возможность носить гордое имя человека.